Здравствуйте, дорогие мои друзья! Рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня я приготовила великолепную кашу, кето-кашу. Я никогда не думала, что можно из таких продуктов сделать кашу. А то я все смотрю в немецких роликах «Пориджи», думаю, что это за пориджи? Это, оказывается, каша! И вот у меня задел, вот смотрите, сварила такую кашу. Она такая вкусная, я так радуюсь. Ну и смотрите, как я готовила. Сегодня я хочу сварить кашу, кето-кашу. Что-то захотелось горяченькое, вот хочу испробовать. И для этого мне, значит, надо 150 грамм жидкости. У меня молоко, вы можете воду взять или кокосовое молоко. 50 грамм сливок. По 15 грамм, значит, у меня здесь кокосовая стружка, потом кокосовая мука, миндальная мука, лен такой маленечко, по как бы разбитый, не цельный, потом семя чия. Ну и еще я взяла это миндальные тоже, вот такие эти, стружка такая миндальная. Вот. Значит, это мы все вот эти все возьмем по 15 грамм. Ну и, значит, начнем. Сначала мы выльем молочко. Так. Сюда мы выльем также сливки. Печку я пока не включила. Так, и теперь по 15 грамм всей этой муки будем добавлять. Ну, у меня вот такая ложка мерная, здесь 13 грамм, но я буду брать чуточку побольше. Так. Там у меня кокосовая стружка была, сейчас миндальная, ой, кокосовая мука. Ну, я так сверху возьму, будет как раз, наверное. Так, миндальная мука. Так, льняная мука. Так, семена чия. Так, и мы возьмем еще вот здесь эти миндальные, тоже у меня стружка, или как ее назвать, вот так. Так, и теперь мы, значит, добавим еще 15 грамм или кокосового, у меня сливочное масло, я вот так добавлю. Ну и теперь мы включим печку. Сейчас все это размешаем и будем варить до готовности. Сколько минут, я потом скажу. Ну вот, смотрите, вот так моя кашка варится. Вот она какая. Я добавила еще грамм 30-40 молока. Мне показалось, что она густоватая. Вот она, видите, бурлит. Я на вкус уже попробовала. Действительно очень вкусно. Ну, я думаю, что минут 10 я ее поварю. Да, 10 минут у меня моя каша поварилась. Вы знаете, очень даже вкусно. Я никогда не думала, что можно вот такую кашу вкусную сделать. Еще я, знаете, сахару совершенно не нужно здесь. Сладости хватает. Но я чуть-чуть соли добавила. И вкус стал намного такой выраженный, что ли, ну, получше. Ну и сейчас мы будем мою кашку накладывать. Вот тут как раз на одну порцию. Посмотрите, какая прелесть. Я прям в восторге. Не знаю. Теперь буду готовить. А то все мюсли, да все сухое такое. А тут такая вкуснятина. Вот. Ну и вот посмотрите.
Вот такая перелесть получилась. Можно украсить ягодами. У меня тут еще от моих мюсли, которые я готовила. Вот я вот так сверху посыплю. Вот, посмотрите, какая прелесть. Приятного аппетита. Повторяйте за мной. Не забывайте подписываться, ставьте лайки. Я буду очень рада. Пока-пока. До встречи.